В соответствии с уставом Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, всем членам НОК было предложено выдвинуть кандидатуры на все выборные должности в состав исполкома НОК. И на должность президента поступили предложения по двум кандидатурам. Кандидатура Александра Григорьевича Лукашенко и кандидатура Виктора Александровича Лукашенко. Таким образом, предлагается для голосования две кандидатуры. Если две кандидатуры предлагались, для меня это новость. Я думаю, что вы с одной выйдете. Конечно же, я не планировал избираться на очередной срок руководителем Олимпийского комитета. И попрошу вас, если вас это устраивает, передаю вам своего старшего сына. Я обещаю, что воровства, коррупции, нецелевого использования денег не будет. И отношение к спортсменам и тренерам будет самое доброе. Что касается меня... Ну, знаете, я ж все равно никуда не уйду от вопросов спорта. Во-первых, я убежден, что больше, чем кто-либо, даже олимпийских чемпионов здесь присутствующих, больше, чем я, спорт не любит. Я очень люблю спорт. Думаю, что для вас тоже будет польза. Все-таки сын всегда скажет отцу в любой момент о той или иной проблеме. Думаю, из этого тоже можно извлечь какие-то положительные вещи. И самое главное, много же вы слышите разговоров, транзит власти. Вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня. И... Виктор, если вы его изберете, не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я не давлю на вас и не настаиваю ни о чем. Это ваш выбор. С учетом озвученной позиции главы государства предлагается избрать президентом Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Лукашенко Виктора Александровича. Можно его поздравить, да? Большое спасибо, уважаемый товарищ президент, уважаемые коллеги. Я понимаю, что помимо большой чести, это еще и большая ответственность. Я думаю, мы много сделаем и для спорта, и для страны, для нашей. Мы понимаем, что спрос с нас будет большим в соответствии с результатами. Но также хотим заверить, что НОК совместно с Минспорта, совместно с федерациями и другими заинтересованными сделают максимально возможного, чтобы мы достойно выглядели на любых спортивных аренах.